Все ли готово для приготовления новогоднего стола? Ульяновцам следует побеспокоиться заранее. 31 декабря крупные торговые сети по традиции закроют свои двери раньше обычного. «Гулливер», например, будет работать до 10 часов вечера, «Пятерочка плюс» до 9, «Аквамол» и «Ашан» – сеть магазинов «Магнит» до 8 вечера. На следующий день, 1 января, двери всех крупных торговых центров будут закрыты на выходной. «Гулливер» начнет работу с 10 утра, «Магнит» с 9 утра, «Пятерочка» с часу дня. Со 2 января продуктовые магазины начнут работу в своем обычном режиме. Что касается розничной продажи алкогольной продукции, то она не будет отличаться от графика работы в обычные месяцы. 31 декабря, 1, 7 и 8 января в течение всего дня, а со 2 по 6 января с 8 до 11 часов будет запрещена розничная продажа крепкого алкоголя.